Погодите, это прислужники некроманта. Что они делают с этим рудником? Нет времени выяснять. В атаку! Проклятые людишки. Они не должны нарушить планы повелителя. Разобьем лагерь здесь. Пока вокруг рыщут прислужники некроманта, я не брошусь в бой без подкрепления. Полностью с тобой согласна. Дело сделано. Расслабься, Артас, подкрепление в виде меня уже прибыло. Всем привет, ребятки. С вами Росси, вы на канале Early Game Online, и мы продолжаем играть в Warcraft Reforged. Четвертая глава. И мы продолжаем. Итак. Текущая задача, пожалуйста. Выяснить, что происходит в Андерале. Ящики с зараженным зерном, похоже, поступили из Андерала, крупного торгового центра Лордерона. Насмотрите. И найдите связь между таинственным культом и необычной чумой. Так, значит, у нас работяги бегают. Лагерь у нас есть. Угу, мы даже тоже можем его улучшать. Это уже будет поинтересней. Бросайте. Бросайте. Вот так вот. Надо сразу сделать нам немножко ферм. Опять за работу. Чтобы потом уже не обращать внимания на лимит. Дело сделано. Слушаюсь, милорд. Дело сделано. Угу. Предлагают отправить нам людей на дополнительный рудник. Что там по кузнице? Отлично, нам хватает ресурсов. Выстройте кузницу. Че, без лесопилки работаете? Не лесопилку строй. Ага, и алтаря у нас нет. Ну, пока он, конечно, не нужен. У нас все наши герои живые, но ладно. Тоже, наверное, поставим. В кузнице пока ничего улучшать не будем, потому что у нас дерева не очень много. Еще пару рабочих. Так, тут у нас в основном можно три стрелка, наверное, и сейчас ни одного пехотинца нам пока хватит. Так, это все хорошо. Что там по башням? 20. Все, дерево закончилось. Шуруйте, рубить дерево. Базу немножко расстроили, уже хорошо. Так, наверное, мы пойдем сюда по воде сначала, посмотрим, что там у нас интересного есть. Заодно, может, к руднику придем. Древесины пока не хватает все равно. Где враг? Подождем. Слушаю. Правосудие свершится. Тише. Дай мне подумать. Какой у нас план? Никакой, не скажу. Я могу помочь. Можешь. Кстати, обратите внимание, что интеллект плюс 3 и урон у Джайна добавляется. Мах, одним словом, что скажешь? Блин, это так долго все. Пошлите, короче. Пошлите на разведку, пошлите в бой. Нужен форт. Что-то надо, чтобы улучшить. 320-210 нам хватает. Поехали. Что прикажешь? Иди сюда, к бою готов. Уже в пути. Все равно мне как-то не по себе оставлять базу вообще без этого. Давайте, наверное, все-таки пару вышек здесь поставим. Ну я пошел. Жду приказа. Хотя вряд ли на нас будут культисты нападать в этой части. Но все равно. Лучше перевздеть, чем недовздеть, как говорится. Дело сделано. Да, ваш свет. Ну, помогите товарищу теперь. Дело сделано.
Все, газуйте. 60 у нас как раз хватает. И одно дерево в запасе на развод. Так, погнали, погнали, погнали. О, мурлоки в траве прячутся. Как-то так. Конечно. Хороший план. Сначала тут проверим. За честь и отвагу. Гнол браконьер. А мы по нему с пушки. О, гоблинская лавка. А, он нас привел сюда в этот. Где там Джайна? Давай своего. В этого вызывай. Мортирный расчет — это классная тема, особенно против зданий, конечно. Хороший план. Лечебное зелье. Джайна. Я обо всем позабочусь. Конечно. Разумеется. Так, что тут у вас можно приобрести? Литок защиты, зелье маны, купить жезл порцания. Ну такое. Нифига интересного. Кстати, вы знаете, я бы жезл отрицания Джане передал. Любопытно. А себе тоже бы, наверное. Какой у нас план? Ладно, ничего, купать. Где враг? Улучшение завершено. Я вот думаю, что, кстати, вот в этих кустах может кто-то быть. Надо, разумеется, пойти на разведку. Так, увеличиваем добычу. Что там по дереву? Хватает. Это хорошо. Правда, она, наверное, будет исследоваться до того момента, пока мы тут уже кампанию закончим. Вот и ополчение. Может нам пригодиться. Но я думаю, мы с нашей башней тут справятся. Все-таки, видите, не зря. Не зря мы поставили башни. Вот чуть опять не провтычил своего бойца. Мобовые когти. Блин, класс. Мне на Артаса прям везет. За честь и отвагу. Щелк. Во, вот это я понимаю. Машина превращается в машину просто. Я служу свету. Свиток защиты. Короче, Джайна у нас выступает здесь в роли сумки. Просто у нас все не помещается, а Джайна у нас как сумка будет это все носить. Какой у нас план? Исследование свершится. Разумеется. Погнали все-таки, наверное, сейчас рудник исследуем. Заберем себе, сделаем там вторую базу. Сразу сейчас 5 рабочих подготовим. Где враг? Все собрались в кучу. Я помогу. Конечно. Угу. Придется обходить. Ну ничего. Прокачаемся. Героев наших прокачаем. Один воин решил не драться. Он, короче, наверное, устал. Используй свиток защиты. Ого, как Артаса дубасит. На себя нельзя лечить. Кольцо защиты. Бери себе, Джайн. Исследование завершено. Средний бонус по мане. Будем пользоваться ее обществом, в том плане, что пока она с нами рядом, хоть... Разумеется. Чтоб маны реген был нормальный. Я готов. Разумеется. А рудник чист вообще, конечно. Представляете? Да? Это да. Ну, газуйте туда тогда. Я готов. Опять за работу. Так, все, пока не заняты. За честь и отвагу. Никого нет. Тут тоже. Хороший план. Давайте сюда сходим, глянем, что здесь. Разумеется. Чего? Так, 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 так. Построить ратушу. Туман Майнди мешает. Правосудие свершится.
Исследование завершено. О, сейчас будет замес такой нехеровый, я вижу. Мы начнем с Джайны. Дай мне подумать. Хотя, да, вот так. Поехали. На всякий случай, тут иллюзий никаких нету. Нормально так мы. Зелье маны. Бери. Скоро этими зельями маны можно будет торговать на рынке. Так. В чем проблема? Что вам мешает? Так далеко. Ну, ладно. Так-то и так. Сразу обеспечим себе небольшую защиту. Ты дом пока строй. Так, поехали дальше. Благословляет меня. Зачисти отвагу. Исследование завершено. Конечно. Разумеется. Хороший план. Дело сделано. Хороший план. Поздно просить пощады. Дело сделано. Тетьку убили. За честь и отвагу. Не успели мы ее спасти. О, так тут у нас какая-то уже база нежити есть. Конечно. Да, нормально. Мы так удачно зашли. Я помогу. За моего отца. За честь и отвагу. Подлечу тебя, братушка. Не переживай. Зиккурат неактивный. Сейчас наваливал бы по нам. Никто не смеет предавать света. Правосудие настигло. Вон этот. Ну кто же посерьезней? Братан, живи! Спас его, дурочка. Конечно. Ходи, у тебя сейчас тут Зиккурат завалит. Всех их надо выхиливать, ужас какой-то. Ну, никто не умер уже, хорошо. Так. Опять за работу. Помогайте ему. Слушаюсь, милорд. Ваши войска атакованы. Да, знаю, знаю. Я служу свет. Чё там у нас? Все живы, все здоровы? Разумеется. Это хорошо. Джайна, давай, вызывай своего. Правосудие свершилось, сделано. Чтобы быстрее было. Так, надо. Зиккурат. Сразу крушить. Смотрите, как они четко выбирают хиллера моего. Выложи сюда. Где враг? Забирай. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Надо просто не смеет предавать свет. Нет, кто-то, кстати, один умер. Нет, не умер, вот. Что это за хрень только что летала? Пропустил вспышку. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Хороший план. Ощути мой гнев. В принципе, мы не успеем все исследовать. А у нас уже все исследовано. Я служу свету. Прикажешь открыть огонь? Свет благословляет меня. Разумеется. Давайте сначала оккультистов побиваем. Честь и отвагу. Так, это мы можем зайти с той стороны, да? Нет, там мы не зайдем, там мост разрушен. Но мы тут проходили, да, проходили. Конечно. Значит, все нормально. Боюсь просто пропустить, знаете, какие-то там важные прикольчики. Разумеется. За честь и отвагу.
Рудник почти истощен. Ничего страшного, у нас уже другой есть. Приветствую вас вновь, дети мои. Я Келтузад. И я предупреждаю вас. Лучше уходите. Любопытство вас погубит. Это чума и этот культ. Твоих рук дело, некромант. Да, это я приказал культу проклятых распространять зараженное зерно. Но идея принадлежит не мне. О чем это он? Я служу повелителю ужаса Малганису. Его карающая плеть очистит эти земли. И здесь раскинется царство вечной тьмы. И от кого же плеть очистит эти земли? От живых, конечно же. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства, загляни в Стратхольм. Обязательно заявим. Заглянем, посмотрим. Где враг? Поздно просить пощады. Найдите Галтезеда. Наш главный враг на данный момент. Груз уже отправлен. Мы опоздали. Не расстраивайся, Артас. Все будет хорошо, может быть. Хороший план. А я вот уже вижу лавку гоблина. Чего тут никого нет? Кем бы подраться? Ладно, идем дальше. Разумеется. А если вниз пойти? Местные войска горят. Конечно. Ну. Видите, армия плети тут пряталась. От нас не спрячешься. Разумеется. Хороший план. А тут кто? В клетке сидит. Конечно. Тимми. Кстати, вы помните Тимми, которого мы спасали, хлопчика, в первой части, ну, в первой главе, вот он. Где враг? Тимми. Конечно. Вот видите, даже он не агрессивничает никак. Хороший план. Я помогу. Ну, мы Тимми уже не поможем. Разумеется. Только так. Свет благословляет. Ну, Тимми крыса. Кольцо с собой носил. Я могу помочь. Бери кольцо превосходства. Что она дает? К силе, ловкости, интеллекту героя. Да нет. Наверное, на тебе вот это. Какой у нас план? Ты мне верни вот это. Я помогу. Разменяемся. Правосудие свершится. Дай мне подумать. Конечно. Разумеется. За честь и отвагу. Вот так малышу Тимми помогли. А его все равно настигла участь печальная. Хороший план. Разумеется. За честь и отвагу. Поганище аж. Аж столько много. Я разберусь. Разбирайся. Конечно. Так, как-то давайте все. Кучнее бить в одного. Надо фокусить. Джайна качнулась. Мартира стояла, что там думал. Недостойное создание. За честь и отвагу. Так, рудник истощен. Чего? Разуйте сюда. Хотя это уже не нужно, но... Я служу свету. Чтобы чем-то занялись. Конечно. Хороший вот план. И Келтузад. Разумеется. Точнее, Келтузад, не Келтузад. Наивный глупец. Моя смерть ничего не изменит. Очищение этих земель
началось. Неплохо он такой строился. Трон у него такой был. Победа, ребята. Далее у нас глава 5, наступление плети. Ранним утром следующего дня Артас и Джайна подошли к дольному очагу. Но это уже будет в следующей серии. Всем спасибо и пока-пока.